Яковцева вар атицлис стало батмис месама сачарас колаш. Я люблю плести из бисера, собирать большие пазлы и вязать. Ну, я научилась вязать, сейчас я была учительницей. Я хожу несколько дней, но мама меня научила основным элементам, и я очень хотела сделать игрушку. И мама не умеет делать игрушку, и она меня повела на вязание. Но когда знаешь основные элементы, это было очень легко, но вначале было трудно. И сейчас я вяжу зайца, и это я делаю у учительниц. Потом, когда она меня научит основным элементам вязания игрушки, я уже буду делать игрушки по интернету. Ну, я еще хочу научиться делать одежду, и я из обычной ткани делаю моим куклам одежду, как будто они мои модели. Вначале я научилась делать из шариков ШДМ животных и дарила их друзьям. Цветы на день рождения или собачек, кошек, медведей. Потом я научилась плести из бисера. Это очень легко, и я делаю из них животных тоже, потому что мне они нравятся. Я их делаю из интернета, и некоторые придумываю сама. Рисую схемы на бумажке и так по ним делаю. Это мой любимый динозаврик, и я его сделала из интернета. Он всем нравится, моей бабушке. И я хочу сделать второго, его друга. Целиком цвет я выбирала сама. Это заяц, и мне нравятся зайцы, потому что я родилась кот-заяц. И они очень милые. Этот браслет я сделала маме на день рождения. Я ей вначале его показала, а потом я ей сплела. Ей очень понравилось. Тут получилось плохо, потому что там она делала из нитки, а я сделала из лески, потому что из нитки у меня все время порвало, у меня все время рвалось. Некоторые я подарила. Тут нету дельфинчика и еще некоторых животных. Ну, мне нравится их дарить, потому что им нравится, как они выглядят. Я подруге на день рождения сделала сережки, и ей они очень нравятся. Ну, на это у меня ушло 2 дня. Был еще дельфинчик, он почти такого же размера, и на него ушло 2 дня. После уроков я делаю иногда животных или ищу новые поделки, чтобы потом их сделать. После пазлов я начала делать алмазную вышивку. Это очень интересно, но некоторые камешки могут упасть, потому что надо помазать специальным лаком. Это я делала несколько дней. И это очень легко, потому что надо всего лишь брать камешки и прицеплять нужные места. У меня есть один большой очень с дельфинами, но я его делаю, но пока что мало сделано у меня. 65 на 60 вроде. Цвет показан в наборе, там есть эти бусинки в наборе. И вот тут у них название специальное и циферки, и буквы. Они написаны на на липкой части, и их надо приклеивать. Пазлы я сейчас собираю, и у меня есть уже несколько готовых пазлов, которые мама выложила в Facebook. Ну, это сложно, просто надо терпение, и я вижу много цветов, и я понимаю, куда какую надо класть. Вначале я ищу кончики пазлов, чтобы собрать саму картину, понять, какого она роста. А потом начинаю собирать середину. Мне нравятся мои одноклассники, мои учителя, мои друзья. Они все хорошие, все предметы нравятся. Мои любимые учительницы – это Каяна Масесовна и Лариса Карьевна, еще Тея Давидовна. По грузинскому я хорошо учусь, потому что мама меня дополнительно учит, чтобы я хорошо говорила и читала быстро. У нас в доме живут всего лишь 3 человека – я, мама и папа. У меня есть еще бабушка, вторая бабушка, дедушка и дядя. Еще есть попугай Тоша. Его зовут Тоша, и он не умеет говорить, но он пока что садится на руку. Мой папа моряк, и он сейчас в рейсе. Папа хороший, веселый, добрый. Мама
хорошая, добрая и строгая. У меня нет брата и сестры, но хотелось бы, конечно, чтобы весело было. Я умная, добрая и хорошая. Я люблю читать книги, и моя любимая книга «Домик в стране кенгуру». Я очень люблю смотреть фильмы, особенно старые, которые были созданы в России. Я люблю «Три мушкетера», «Капитан Немо», особенно я люблю «Жюль Верна», все его сказки, «80 дней вокруг света», «20 тысяч лье под водой». Если бы у меня была волшебная палочка, я бы наколдовала в Батуми Диснейленд, чтобы дети туда ходили. Я люблю животных, но у мамы аллергия на кошек. Я была в Тбилисском зоопарке, и там было очень много животных. Допустим, лев, тигр, леопард, бегемот, носорог, слон. Я бы пожелала своим одноклассникам и ровесникам, чтобы их мечты всегда сбывались, и у них все было хорошо в учебе, и чтобы все были здоровы. Я люблю Грузию, потому что я здесь родилась, и я люблю грузинскую культуру. Тумогица на чеме видео, гамо и цирит, чеу летао бисархи.